Валентина Петренко возглавляет Всероссийское общественное движение «Матери России». Его отделения созданы в большинстве регионов страны. Главная задача этого движения – помощь материнству и детству. Начиная от решения частных проблем конкретных семей до разработки законопроектов на федеральном уровне. В том числе и благодаря усилиям «Матерей России» удалось сохранить все социальные позиции в бюджете по поддержке материнства. И очень хочется, чтобы почитание к матери, оно в обществе вернулось. И чтобы у нас мама, как бы это, вот действительно по-настоящему стала святым в плане обращения чужих людей с другими мамами и внутри семьи. Общественное движение организовало около 10 проектов. Среди них квалифицированная медицинская помощь женщинам, в том числе консультирование ведущих онкологов и мамологов страны. Женщин консультируют по вопросам возможного переобучения. С ними работают педагоги и психологи, настоящие профессионалы в воспитании детей и разрешении семейных конфликтов. Как правило, на такие форумы, которые планируются в Хакасии, приезжают не только государственные и общественные деятели федерального уровня, но и врачи, ученые-социологи и педагоги. Я хочу вам придать статус гораздо выше. Я отдам вам для этой темы, для проведения этого мероприятия всех. Но вкупе с администрацией главы республики. Отвечать будет глава, руководитель администрации. Остальные министерства все войдут как члены рабочей группы. Проведение Всероссийского съезда матерей запланировано на вторую половину мая. Конкретный зал для столь представительного федерального форума пока не выбран. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.